Добрый день. Сегодня у нас 18 апреля 2015 год. Приехал до родственников в Бишкек. Там через дорогу перейду. Сейчас уже буду возле ихнего дома. Кусочек покажу. Бишкека. Ветер дует в камеру, прохладно так. Сегодня облачно. У нас в Алмате тоже облачно. По дороге хотел снять, но народу было много. Там стройка какая-то идет. Тут кафешка. Как-то я в ней был. Не знаю, как называется. Вот так вот. Автобусы ходят. Прикольно. О, едем. В общем, такое у меня путешествие. Потом, может, что-нибудь еще поснимаю. Всем удачи. Счастья, здоровья. Живите богато. Чуть-чуть поснимаю. С 5-го этажа. Там у них новые изменения. Новое поле сделали. Тоже чуть-чуть накрапывает. Футбольное поле новое. Там и косых 2, дядя сказал. На улице прохладненько, холодно. Наверное, градусов 10-12, может быть, от силы. Дождик накрапывает. Вот такой двор. Видно со всех сторон. Вот такая часть Бишкека. Что еще? Больше, в принципе, пока показывать ничего.